Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Завершено строительство трех небоскребов на территории Большого Сити. Как сообщили в пресс-службе Мосгостройнадзора, на данный момент комитетом проводится итоговая проверка. Общая площадь высотного жилого комплекса, состоящего из трех небоскребов высотой до 53 этажей, составляет более 144 тысяч квадратных метров. Комплекс включает в себя подземную автостоянку на 549 мест и дошкольные образовательные учреждения. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!